Добрый день, подписчики и гости канала. Сегодня мы рассмотрим прикормку для ловли крупных карпов на угодьях Юпинг-Виллоу. Прежде чем мы рассмотрим сами прикормки, немножко посмотрим на графики. На Юпинг-Виллоу у нас есть три графика. Это пасмурная погода, однопиковый график. Это солнечная погода и пасмурная погода, двухпиковый график. В солнечную погоду и в пасмурную погоду двухпикового графика можно использовать одну и ту же прикормку. Для однопикового графика пасмурной погоды нужно использовать отдельную прикормку. Также идет и с набором бойлов. Для однопикового графика пасмурной погоды используются местные рыбные виды бойлов, такие как краб, криль, рыба, черви, моллюски. Под солнечную погоду и под пасмурную двухпиковую хорошо подходят фруктовые и сладкие вкусы, такие как шоколад, клубника, бананы, слива, цитрус, тигровый орех. А теперь непосредственно посмотрим наши прикормки. Под солнечную погоду и под двухпиковую пасмурную погоду идет на основе карпривала. Добавляется аттрактант Oil, Pick и Hemp Corn по 145 грамм. И добавляются аттрактанты X-Flower и Tutti Frutti по 60 грамм и CSL 40 грамм. Это идеальные аттрактанты, которые позволяют нам хорошо привлекать карпа. Путем тестирования выяснилось, что увеличение веса карпа зависит напрямую от добавок, которые добавляются в прикорм. В добавки добавляются Hemp Corn, это конопля и кукуруза, и Oil Pick, это у нас горох и жмых. Смиксовав нашу прикормочку, мы получаем почти 3 кг прикорма, который нужно с подовым удилищем забросить сразу же в одну точку. Закормив точку, можно приступать к ловле. Для пасмурной погоды однопиковый график. Прикормка тоже похожа, но она чуть отличается. В первую очередь она отличается аттрактантом. Вместо Tutti Frutti используется Giant Octopus, тоже в объеме 60 грамм. Все остальное идет то же самое. То есть мы берем карпривал 1,5 кг, берем X-Flower 60 грамм, Pissy Worms 40 грамм и Giant Octopus 60 грамм. И добавляем наши добавки по 145 грамм Oil Pick и Hemp Corn. Такая прикормка позволяет в однопиковый пасмурный график ловить карпов до 42-43 кг. Мы также замешиваем нашу прикормку. И замешав прикормку, заходим на водоем и делаем забросы. Зайдя на водоем, бежим на точку, где будем ловить. Перематываем на удобный график. Обычно это однопиковый пасмурный 12 часов, солнечный однопиковый 12 часов и двухпиковый график идет ловля с самого утра. После того, как мы перемотали график, поставили подставочку, делаем забросы на точку. Забросив всю прикормку, можно приступать к ловле рыбы. Заброс занимает примерно от 15 до 20 игровых минут. Закормив точку, мы ставим наши удочки на подставочку. Прикормка действует один игровой час, то есть мы закончили закармливать в 12-18. До 13-18 мы можем продолжать ловить. После этого нам нужно будет сменить озеро или пойти в другую точку. Но обычно лучше после этого менять озеро. Такие великолепные образцы приходят на прикормочку. Давайте рассмотрим точечки. На локации Ивового озера я обычно ловлю на координате -35 на 304. Тут идет небольшая ямка до 3 метров. Приходит карп на 42 800. Может даже порой прийти и больше. Координаты второй точки 176 на 4. Она расположена в Золотом озере, ближе к административному центру.
Третья точка расположена на локации пещера. Координаты ее минус 236 на минус 79. Тут тоже хорошо ловятся карпы 30-40+. И четвертая точка имеет координаты 188 на минус 345, расположена на крайнем левом озере. Закормив эту точку, можно получать карпы 30+, 40+. Если вы хотите пофармить и половить как можно больше карпа, то лучше использовать крючки 6.0. Если вы хотите поймать более-менее крупного карпа, то лучше использовать крючок 10.0 или из новой серии крючки 13 и 14. На 13 и 14 крючки очень долго идут поклевочки, но могут прийти более крупные экземпляры. На 10 крючок гораздо чаще приходят экземпляры, но могут приходить более мелкие. Дальше будет идти небольшая нарезочка, как ловились карпы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите в Discord. А на этом все. До новых встреч, всего вам самого лучшего.